Питерфуд, Зайнудин, здравствуйте, как ваше настроение? Настроение очень хорошее, оптимистичное. Питер – гостеприимный город, самый культурный город в Российской Федерации. Это с этим я не могу с вами поспорить, это действительно так. Расскажите, какую компанию вы представляете? Я представляю компанию ООО «ЗАЕМ», город Москва, которая занимается импортом продуктов питания из Азии, Африки и из Латинской Америки. Насколько сегодня востребована эта услуга? Сколько закупают много вообще поставщики сегодня? Наш товар – это рис основной. Он очень много, его очень много потребляют и пользуются большим спросом. А в Питерфуде, в выставке «Питерфуд» принимаете участие ежегодно? На этот раз первый раз, поэтому я очень доволен, что я приехал и буду каждый год приезжать. Какие амбициозные задачи ставите перед собой здесь? Ну, ознакомление. Мы сегодня смотрим, кто является покупателем, стараемся договариваться, предлагаем свой товар, знакомимся. Ну, от себя мы хотим пожелать, чтобы выставка прошла для вас эффективно, чтобы вы увидели новые горизонты и новые поля для развития своего бизнеса, и пусть рис добирается до Санкт-Петербурга. Спасибо вам большое и вам удачи.